Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий, интернет-магазин «Текстиль домой». Немецкий производитель Brinkhaus. Одеяло коллекции «Тибет». Очень классное одеяло, поскольку оно с наполнителем кашемир. Кашмирские козы – это очень деликатный наполнитель. Деликатный почему? Потому что коза дикая, с нее собирают пух только раз в год. Как вы понимаете, как-то мы уже по этому поводу стебались в другом ролике, козу надо поймать раз в год, вычесать, собрать это все в одеялко. Вот в этом одеялке одна или целых две козы. То есть это кропотливая работа. Но что мы получаем как результат? Это одеяло всесезонное, оно тонкое, но оно всесезонное, оно достаточно теплое. Здесь стежечка по всему одеялу, вот такой рисунок. Оно реально очень легкое. Внешнее облачение 100% длинноволокнистый египетский хлопок. Соответственно, ткань сатинового плетения, но она очень-очень тоненькая за счет того, что дорогое использовано сырье. Соответственно, это одеяло всесезонное, оно одно, так же, как и другие шерстяные одеяла данного производителя. Можно купить два, на кнопочках соединить, соответственно, получить более теплый вариант на какую-то холодную погоду или если вы человек мерзлявый. Тем не менее, сейчас все знают, что происходит в горах Кашмира, Индия, Пакистан, бомбы и так далее. Кто знает, не дай бог козы пострадают, не дай бог оно подорожает. Дорогие друзья, кашемир нужно успеть купить, пока все хорошо. Купить его можно в интернет-магазине «Текстиль домой», а производитель Brinkhaus. Ждем вас за качественными одеялами.